делаете? Какие игры? Ну, мы играем вот эти в игры. Александра Владимировна такая красивая и добрая. Она хорошая. Потому что она с нами играет. Она хорошая и добрая. Я старший воспитатель детского сада номер 170. И хочу немножко сказать об Александре Владимировне. Александра Владимировна в нашем детском саду зарекомендовала себя как грамотный педагог с высокими профессиональными навыками, который умело принимает при организации работы с детьми дошкольного возраста. Александра Владимировна строит педагогический процесс по принципу интеграции образовательных областей, что позволяет ей осуществлять личностно-ориентированное взаимодействие с обучающимися. Хочу пожелать удачи Александре Владимировне в этом конкурсе. Она очень ответственный человек, который очень любит детей, любит свою работу. А что бы ты ей пожелал? Это все для Александры Владимировны? Счастье. А еще? Да у нее было два поросенка. Чтобы было много цветов и радости.